А что касается Славы Солодухина, ну, здесь обмен произошел, у каждого клуба свои интересы. Я могу только одно сказать, что ни по отношению, в общем-то, ни по каким делам. Здесь он много лет был, Слава. У него хороший шанс проявить себя в топовом клубе, с одной из лучших организаций клубных. Вот. С другой стороны, у Панкова будет игровое время, и, в общем-то, мы смотрим на перспективу, потому что у него еще следующий год контракта, в общем, права у нас будут. Ему я что могу сказать? Мы его приглашали в Казани, Зинаид Хадарович приглашал, мы его отслеживали, поэтому так, в общем-то, заочно знакомы. Поэтому я представлял, кто он, и, в общем-то, в принципе, под определенные, как бы, задачи и цели он был взят.